Найт Пати и Алексей Комаров Продакшн представляют. Меня зовут Дымный Мо. У этого человека много имен. Смоки Мо, Дымный Мо, Мози, Некий Мола. Но сегодня нам предоставилась уникальная возможность познакомиться с Сашей настоящим. И это специальное интервью для Weekend Night Party с Александром Цыховым. Ну я и не могу тебе сказать, что я там что-то каких-то супер высот достиг, чтобы мне там чем-то возгордиться. Может быть, если сегодня там 15 тысяч пришло, может быть, я как бы себя по-другому немножко чувствовал. Но я как бы это андеграунд. Да я шучу, какой андеграунд? Я не знаю, что такое андеграунд, коммерция. Мне на эти понятия я вообще не знаю. Мне как бы, ну, я не, ну, как бы не определяюсь на коммерции или андеграунд. Раньше были какие-то там юношеские там андеграунд, там вот это все, ну это чистая хуйня. Просто музыка, есть хорошая музыка, есть плохая, и все. А как она коммерчески будет успешная или она будет некоммерчески успешная, это второй вопрос. 50 грамм, пожалуйста, спасибо. Коль, нальешь мне 50 грамм? Не, с соком. Ну давай без сока, хорошо. Никого, вот сейчас у меня творческий кризис у меня. Я продолжаю работать, но только уже. У нас много отраслей, на чем можно работать. Не, это не обязательно написание текста. Сейчас кризис. Сейчас не пишу. Дело в том, что для меня как бы чрезмерная религиозность, она подозрительна. Не, да, вот без фанатизма. То есть я за философию вообще. Я философ. Мне нравится философствовать. На какой-то, опираясь на какой-то личный опыт. Опыт у меня духовного был в жизни. У меня духовный опыт не один и не два. Поэтому И не только у меня, и там у пацанов там тоже как бы все к этому, ну, кто-то к этому приходит. Да, могу о чем угодно писать, не обязательно о себе. Ну вот все Герман, Патрик, Антон, все абсолютно придуманные персонажи. Собирательные образы просто. Так нет, на самом деле тут намного глубже, чем Антон, это просто как бы целое поколение. Вот и все. Ему не надо быть конкретным кем-то. Он как бы представляет собой целое поколение людей. Не знаю, какое поколение, но оно потерянное. X. Это поколение называется X, потерянное. Ну да, там дети 90-х, которые были сами по себе и сами за себя. Всем салют! Это передача «Weekend», и рядом со мной Кирилл Хурма. И Надежда Васильева. Сегодня 31 октября, день, когда все празднуют Хэллоуин. Но мы ждали эту дату не потому, что нам хотелось нарядиться в бесов, вампиров и прочую нечисть, а потому, что сегодня с берегов Невы к нам пожаловал великий, но далеко не ужасный Смоки Мо. И это будет по-настоящему дымный Хэллоуин от Молы. Вот так, дымка уже на сцену запустили, сзади нас уже стоит толпа фанатов в фан-секторе. Ребята, поднимаем руки выше, где у нас Смоки Мо? Все, друзья, наслаждаемся концертом Смоки Мо, общаемся с людьми, будет очень круто. Вы сами все это увидите через прицел видеокамеры. Человеческие джунгли, кровавые деньги, будни не по заповедям, вниз по ступенькам. Видела это, вижу и, видимо, буду видеть. Запечатлею что-то, что-то нет, извините. Дымный, как трубка Сталина, под этот бит даже самый убитый зашевелится, словно раненый. Старая школа, стимулы те же, просто разбить оковы время на гостя в неизбежном. Меня зовут Дымный Мо, Дымный Мо, Дымный Мо, Дымный Мо. Меня зовут Дымный Мо, Дымный Мо, Дымный Мо, Дымный Мо. Меня зовут Дымный Мо, Дымный Мо, Дымный Мо, Дымный Мо. Меня зовут Дымный Мо, Дымный Мо. Друзья, концерт Смоки Мо уже практически закончился, уже первые нетерпельцы уже выходят на улицу проветриться немножко. Что ж сказать, концерт прошел просто на ура, если не сказать даже большего. Все было очень круто, Смоки раскачал барак. Как тебе, Саша, в общении, в быту? Ты же брала у него интервью. Саша
очень умный, очень сложный, но очень интересный человек, вот, на самом деле. Вот, как тебе концерт? Может, Кирюш, ну, мы любим Саню, поэтому нам понравился концерт? Мы любим, да, мы любим творчество Smokey Mo, поэтому нам концерт очень-очень понравился. В быту и в, так скажем, вот, люди продолжают ходить. В общении Саша показался мне очень начитанным, очень хорошим, воспитанным человеком. Добавить больше нечего. Друзья, смотрите передачу «Weekend». Каждые выходные мы снимаем где-то что-то. Смотрите нас на сайте Night.ru в разделе «Видео» и не более того. Да. Надежда Васильевна. Кирилл Хурма. Всем пока-пока. И снова салют.